1922 году убийство 6 человек на ферме Гинтеркайфек потрясло всю Германию. Это ужасное событие оказалось полным стольких странных подробностей, что по сей день остается нераскрытым. На ферме неподалеку от леса проживали Андреас и Сесилия Гюрбер, и их дочь Виктория со своими двумя детьми, младшей Сесилией и Йозефом. Вместе с ними жила Мария Баумгартнер, недавно прибывшая, только что на освободившееся место прислуги. Предыдущая девушка в спешке покинула это странное место, утверждая, что оно буквально кишит призраками. Никто не может точно сказать, что же произошло в ночь на 31 марта 1922 года. Однако кто-то выманил почти все семейство в сарай и жестоко убил всех топором. Только Йозеф и Мария недолго оставались живыми и мирно спали в своих кроватях. Позже убийца проник в дом и убил их. Судебно-медицинская экспертиза показала, что маленькая Сесилия была жива некоторое время после нападения. Также судмедэксперты установили, что умирая, она собственными ручками выдирала клочья волос у себя на голове. Несколько дней спустя учителя забили тревогу из-за пропажи маленькой Сесилии. Тела всех членов семьи нашли соседи. Полиция завела уголовное дело, однако все усилия оказались напрасными. Убийца не был найден. А в полном неясности деле появилось множество новых ужасающих подробностей. Соседи вспомнили, что буквально за несколько дней до убийства глава семьи Андреас Гюрбер упомянул одно очень странное обстоятельство, случившееся с ним накануне. Он утверждал, что видел странные следы на снегу, ведущие от леса к порогу его дома. Однако следов от дома к лесу он так и не обнаружил. Позже вся семья слышала странные звуки, доносившиеся с чердака. Казалось, что кто-то проник, оставшись незамеченным в дом, и прожил несколько дней на чердаке, а затем зачем-то убил всех членов семьи. А как раз в тот день, когда нашли трупы членов семьи, некоторые соседи отчетливо видели дым из трубы. Более того, кто-то кормил скот на ферме. Складывается впечатление, будто этот кто-то специально остался в доме после всех убийств, чтобы заботиться о хозяйстве. До сих пор не представляется возможным найти ответы на многочисленные вопросы. Сколько было убийц? Был это один человек или их было несколько? Каков мотив преступления? Как убийца проник в дом? Как убийца выманил поочередно всех членов семьи в сарай? И, наконец, зачем после всех этих страшных убийств он остался на ферме и вел хозяйство? Это чрезвычайно странное убийство на ферме Гинтеркайфек оставляет больше вопросов, чем ответов. Холод пробегает по спине при мысли, что вряд ли когда-нибудь мы узнаем, что на самом деле там произошло. Это таинственное убийство на ферме остается самым мистическим случаем в архивах полиции Германии.